Страшнеслав. Вот, Валерия, полюбуйся. Мое последнее изобретение. Марсианский летательный аппарат Венера Ивановна 1. Между прочим, выполняет все фигуры высшего пилотажа. Ну, почти все. Ух ты! Вау! Это да! Бабушка, ну можно я полетаю? Нельзя, Валерия. Потому что у тебя нет свидетельства пилота гражданской авиации. Мне пора в мою лабораторию, а ты пока повтори закон Ома. Закон чего? Привет, Привет, Маша! Ух ты! А это что? Да так, испытываю летательный аппарат Лера 01. Здорово! Монстр Лера, мы сейчас принесем тебе твой летательный аппарат. Беги за мной. Монстр Лера! Еще один монстр. И он не Лера. Кубики, никаких монстров не бывает. Ждите меня тут, я скоро. Монстр Лера, не ходи. Кажется, пора петь нашу боялку. А, вот ты где спрятался. Гонщик Станислав к старту готов. 3, 2, 1, поехали! Привет, я Лера. Станислав, что это у тебя? А, марсианский летательный аппарат. А можно мне тоже в ящике с горки покататься? А? Нет, и это не ящик, а гоночный болид. Ну, пожалуйста. Да ты что? Видела, какая тут скорость? Ну, один разочек. Тут нужны железные нервы, а девчонки только пищать умеют. Страшный монстр тебя не съел? Это не монстр, а соседский мальчик Станислав. О, страшный Слав! А этот страшный Слав не опасный? Он не опасный, просто, по-моему, немного вредный. О, вредный страшный Слав! Еще у него есть гоночная машина. И он на ней здорово носится с горки. С горки? Это разве горка? Вот у нас на планете настоящие кубогорки. Точно, кубики. А давайте построим свою горку. Прямо как в парке развлечений. В парке развлечений? А что такое парк развлечений? Парк развлечений назвали потому, что веселись.
парке еще есть страшные аттракционы. Это горка вниз, только она от точки верха до низа прям-прямо. Пузо дрожит. Впереди тебя едут какие-то люди. Например, кто-то кричит. Они кричат букву А. Но почему-то потом, после этого аттракциона, все люди выходят довольные. Тир — это такое место, где берешь пистолет, и ты должен попасть в банку. И пыщ, и бум, и ты попал. В общем, парк развлечений – это такое место, где все катаются, кричат и веселятся. Ну что, кубики, за работу! Вот это горки! Да! Кубок горки! Да! Кубок горки! Да! Кубок горки! Горки? Зачем горки? Ничего себе! Вот это да! А если поднять руки вверх, то будет еще страшнее! Монстр Лера! Мы же космические герои! Мы вообще ничего не боимся! Да, почти ничего! Ну тогда 3, 2, 1! Поехали! Вот они тут! Гроза. Будет дождь. Кубики, это было здорово! Ну да. Да, неплохо. И ни чуточки, и не страшно. Кубики, я сейчас. Стасик, подожди! Хочешь покататься на нашей горке? Я? Конечно, хочу! Пошли скорее! Я тебя с кубиками познакомлю! С кубиками? Так, у меня есть план! Надо спрятаться в этой штуковине, а когда кубики снова будут кататься, я такой выпрыгну и... Ага! Попались! Кубики? Это Станислав. Станислав – это кубики. Они настоящие инопланетяне. Настоящие инопланетяне? Станислав! Да, только ты про них никому не говори. Это наша тайна. Чур, я спереди сижу. Кубики, ну что вы стоите? Садитесь скорее. Монстр Лера, а мы тут вспомнили? У нас срочное дело. Да, космический, кубоважное. Ну ладно, увидимся позже. Лера, ты прости меня за то, что я не дал тебе на моей гоночной машине покататься. Да ладно, прощаю. Ага, попались! Ничего не понимаю, а где кубики? Лера, а она что, тоже инопланетянка? Маша, Маша нет. Поднимай руки вверх. Сейчас будет здорово. Мамочки, снимите меня отсюда!
Командир, а может приделаем тормоза? Да, отличная идея, зеленый. Куба пираты. Бадминтон – это совсем простая игра. Вы должны бить ракеткой по валанчику и не давать ему упасть на землю. Понятно! Не должен упасть! Тогда поехали! Это был последний валанчик. Луна в иллюминаторе, луна в иллюминаторе, луна в иллюминаторе видна. Что такое? Очень интересно. Похоже, вода кончилась. Ну что же, мне нужен новый колодец. Ну, кубики, что теперь будем делать? Лера, кубики, привет! А я пират! Помогите, монстр! Что такое? Монстр? Привет, кубики, вы что? Это же Стасик! О, Страшнеслав стал еще страшнее! Да, я страшный, потому что я настоящий пират! Вот! Настоящий пират? Простите, а я тогда кто? Настоящие пираты. У пиратов всегда есть корабль, в который они плавают. Одеваются они в бело-голубую полоску. Одежда такая несовременная. И шляпа у них всегда какие-то перья. Глаз они закрывают, потому что это по-пиратски. Компании пиратов вообще дружные. Если они не дружные, тогда могут подраться. Танцы они, конечно, делают. Праздник какой-нибудь там, День пиратов. Если у девчонки пирата или мальчишки мамы была пират, тогда они, возможно, учились у мамы пирата. Им хотелось, и они стали пиратами. И потом все пошло ла-ла-ла-лай. В общем, пираты – это такие веселые дяди, которые плавают на кораблях и ищут сокровища. Так, нужно найти источник воды. Ага, отлично, обнаружена вода. Так, новый колодец я построю в форме ракетоносителя «Протон-2». Что такое? Ой! Ох, сколько раз я обещала себе аннулировать данную свалку. Колодцем займемся позднее. Для ликвидации свалки мне понадобится помощник. Эх, эх, эх! Перед вами гроза морей, капитан Станислав! Монстр Лера! Мы тоже хотим быть настоящими пиратами! Да! Хотим быть пиратами! Как Страшнеслав! Стасик, прими свою команду! Пожалуйста, Страшнеслав! Стасик! Во-первых, я не Стасик, а Станислав. Во-вторых, у меня нет ни пиратского корабля, ни карты сокровищ. Эх, я не настоящий пират. Бедный Страшнеслав. Никогда ему не стать настоящим пиратом. Никогда ему не стать. Бедный монстр. У него корабля! Нет у него карты сокровищ! Стоп! У моей бабушки в лаборатории полно всяких карт. Наверняка хотя бы одна пиратская.
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о луне она. Бабушка, привет! У тебя, случайно, какой-нибудь пиратской карты сокровищ, нет? Валерия, не мешай мне, пожалуйста. Я работаю над созданием робота-уборщика Альберт Эйнштейн. Бабушка, а это карта сокровищ? Пожалуй, вода является настоящим сокровищем природы. Подходит, срисуем. Так, здесь кривое дерево, а здесь крестик. Ну как? Да, похоже на пиратскую. Я принимаю вас в команду, и мы отправляемся на поиски сокровищ. Ура! Ура! На поиски сокровищ, на поиски сокровищ. Так, сокровища я люблю. Ой, только нам надо переодеться в настоящих пиратов. Стасик, подожди нас здесь. Кубики, за мной. На поиски сокровищ, на поиски сокровищ, на поиски. Я не Стасик, а Станислав. Я вашу пиратскую карту подменю на непиратскую. И все сокровища достанутся мне. Ищите теперь свои сокровища. А вот и мы, Куба, пираты. И мы готовы идти искать клад. Забивай нашу Куба пиратскую искалку. Мы идем, мы идем, мы идем. Клад, а обычный металлолом. Эх, ни клада, ни корабля. Пойдемте отсюда. А мне жалко Страшнеслава. И мне. Кажется, я сейчас заплачу. Стоп, пираты не плачут. А корабль будет вам настоящий пиратский корабль. Кубики, запевай пиратскую песню. На мачте реет черный флаг и волны под кормой. И раздувает паруса на ветер штормовой. И страшен нам девятый вал, мы приключений ждем. Откроем сотни островов, клады все найдем. Капитан Станислав, команду! Пираты, слушай мою команду! Все на борт! Большое. Теперь я настоящий пират. До завтра, капитан Станислав. До завтра. До завтра, монстр Лера. И Маша. Детская площадка? Откуда? А где же моя свалка? Mm-hmm.
ничего не понимаю. Над мачтой реет черный флаг, и волны под кормой. Хай-хо, хай-хо, и раздувает паруса нам ветер штормовой. Хай-хо, хай-хо. А вот и клад для самого настоящего пирата. Я иду к тебе, мой милый кладик. Что такое? Вода? Зачем вода? Я не хочу воду! Где мой клад? Что за монета такая? Настоящий динозавр. Это незначительный шаг для меня, но огромный для науки. Разряд! Он как живой! Как живой! Палка-палочка, огурчик, и у Маши двое ручек. Все, кубики, готово. Правда похоже? Маша, как же она похожа, монстр Лера. Красивая. Лера, кубики, смотрите, что у меня есть. Что там, Страшнислав? Покажи, покажи, покажи. Яйцо? Не просто яйцо, яйцо динозавра. Я всю жизнь мечтал о своем собственном динозавре. Ого, как здорово! Монстр Лера, а что такое динозавра? Динозавры – это большие-большие животные. Некоторые трехголовые, пятиголовые, стоголовые. И динозавр можно определить, добрый он или злой. Стоит ли он на четырех ногах или на двух. Динозаврекс – очень большое животное, было агрессивное до невозможности. А патозавр защищался своим длиннющим хвостом. У них у всех есть хвосты, это точно. Как пингвины или куры, они высиживают в гнездах свои яйца. У некоторых динозавров, хотя они очень большие, у них очень маленькие мозги. В общем, это ящерицы такие, очень большие. Как метеорит упал, никто их больше и не видел. Так что, Стасик, это вовсе не динозавр. А вот и динозавр. Я вам докажу. Видели? Это следы динозавра. Все сходится. Здесь. Точно. Прошел. Динозавр. А у всех динозавров такие большие следы. Только у тех, у кого большие зубы. Стасик, яйцо надо высидеть, а то динозаврик не вылупится. О, не вылупится. Я знаю, что делать. Надо построить ему гнездо. Пошли в мою комнату. Вот вы где, мои дорогие кубики! Мое новое оружие захвата! И вам от него не спастись! Эй, ты это куда? Нет, 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 нет! Ну вот, яйцо в гнезде. Теперь точно вылупится. Стасик, тепло! Какой динозавр! Какой ты миленький! Желтенький, пушистенький и совсем не страшный. Да вы что? Это вовсе не динозавр. Это обыкновенный цыпленок. Цыпленок? Моя мечта сломана. Я расстроился на всю жизнь. Ты что, совсем-совсем не динозавр?
Это была такая хорошая мечта о целом динозавре. Но зато он теперь никого не съест, да? Кубики, хватит плакать! Будут Стасики динозавры! Это динозавр! Как? Я вам о мечте рассказал, а вы тоже мне друзья. Стасик, не обижайся. Мы же для тебя динозавров делали. Вот, смотри, птеродактиль. А почему он в цветочек? Таких не бывает. Да? Ну так красивее. А вот бронтозавр. Да, мы ему сами рога нарисовали. Смотри, 8 штук. А у настоящего бронтозавра ни одного рога нет. И ты туда же, трицератопс. Кубики, миссия провалена. Эх, Стасик, а мы старались. Парк с динозаврами тебе строили. Парк с динозаврами? Ну так нормально надо делать, чтоб как на самом деле. Вот ты нам и поможешь. Где это я? Так, сейчас сориентируемся. Эй, стоп, а где звезда Дриона? Планета Щупальца? Ну хотя бы созвездие Кусачки. Да что это за планета такая? Ничего ж не понятно. Что это? Тригонозавр? Только не оглядывайся. Соблюдай хладнокровие, как настоящий пират! Ай, мамочки! Догони нас, Динамонстр Лера! Нет, не надо! И не страшно. Почти. Спасибо вам, друзья. Я как будто и правда в динозавровые времена попал. Ой, а этого маленького куда теперь? Как куда? Я его к себе заберу. Домой. Все-таки я его нашел. Правда, Рекс? Я только одного понять не могу. Что же это за следы были? Отстанет меня! Я не вкусный! Динозавр! Он все-таки пришел! Без паники! Своих динозавр не съест! Только если это не хищник! Валерия, вот ты где.
ты будешь рада узнать, что испытания моего нового изобретения прошли удачно. Исследователь 01 для сбора марсианского грунта работает. Но он также неплохо ищет и грибы. Бабушка, а мы так испугались. Думали, что сюда динозавр идет. Ох, Валерия, мой шедевр инженерной мысли ящерица. Я лично вижу здесь только одного динозавра. Вот он. Вы же знаете, что курицы – ближайшие родственники динозавров, да? Ух ты! Ух ты! Вот это да! У Страшнеслава появился динозавр! Настоящий! Куба! Ура! 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 Мой собственный динозавр! Так, где триганозавр? Он же ушел, да? Отсижусь пока тут. Ну так, на всякий космический случай. Что это такое? Прекратите меня клевать! Я пират, а не червяк! Ой, только не план! Ай, ну что же это за планета такая? Рыцарский подвиг. Ужасный дракон напал на отважных рыцарей. Но они не испугались, вступили с ним в бой и победили. А дальше? Что было дальше? А дальше? Жух! Жух! Рыцари освободили прекрасную принцессу. Машу! Да, Маша красивая. Страшнеслав, а что нужно сделать, чтобы стать настоящими рыцарями? Да и вообще, кто они такие, эти рыцари? Кто такие рыцари? Рыцарь, он может не любить и любить, но все равно какая-то частинка от принцессы у него есть. У рыцаря девушка тонет в реке, то он все свои дела бросает и бежит ее спасать. Ну, потому что принцесса, она добренькая, у нее на голове корона. Кони у них большие, вернее, у рыцарей большие кони. А принцесса, она тоже должна помогать. Сообщит, что будет война послезавтра или в понедельник. Если она сама в беде, тогда он должен быстро спасти ее, чтобы она благодарна была. В общем, рыцари – это такие дяденьки с мечами, которые совершают разные подвиги. Так давайте скорее совершать этот подвиг. Мы хотим стать рыцарями! Хорошо, кубики, вы будете моими оруженосцами. Теперь рыцарь Станислав покажет вам, что такое настоящий подвиг. Ура! Ура! За Станиславом! А что такое? Какие рыцари? Какая Маша? Все, пора заканчивать с этими кубиками. Луноход один, первый в мире планетоход, успешно проработавший на поверхности другого небесного тела, а именно Луны. Валерия, ты меня слушаешь? Конечно, бабушка. 11 лунных дней, что составляет 10,5 земных. Ну все, как говорится, потехи час, а делу время. Мы с тобой славно развлеклись, а теперь настало время и поработать. Вот тебе список заданий. А я займусь приготовлением пищи. Полить цветы. Привет, привет, монстр Лера! Привет, привет, Маша! Да, Маша красивая! Красивая? Да? И чего они в ней нашли? Рыцарь Станислав рад приветствовать прекрасную даму Валерию. И Машу! Ой, как здорово! Обожаю играть в рыцарей! Мы не играем! Мы пришли, чтобы совершить подвиг для тебя, о прекрасная дама Валерия! Да, и для Маши! А мне как раз нужна ваша помощь! Вот! Бабушка просила цветы полить.
цветы полить? Да разве это дело для рыцаря? Нет, мне нужен настоящий подвиг. А цветы пусть мои оруженосцы поливают. Да, это мы. Давай сюда свои цветы. А они не страшные? Нет, не страшные. Вот цветы, вот лейка, там вода. Капельку еще, хоть копеешь, очечку капельку еще. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Капельку еще, хоть копеешь, очечку капельку еще. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Сдавайся, драконище. Это говорит тебе рыцарь Станислав. На, получай. Зачем она? Не люблю, когда мокро. Ну что за планета такая? Кубики, какие вы молодцы! Спасибо вам большое! Прекрасная дама, вот голова поверженного дракона. Дракон? Я уже боюсь. Этот подвиг я совершил в вашу честь. Теперь поняли, что такое настоящий подвиг? О, да! Дракон! Дракон! Страшный! Кажется, этого дракона я уже где-то видела. Давай следующее задание, о прекрасная Валерия. Вот, а мне еще цыплят покормить нужно. Цыплят? Ну нет, это разве рыцарское дело? Я лучше добуду тебе какое-нибудь сокровище. А с цыплятами и оруженосцы справятся. Ой, давай, давай, еще немного, и еще маленько, и еще грамульку, и еще хотя бы ложечку за маму, и за папу, и за папу, и за деда. Спрячусь пока сюда. О, волшебный цветок. Кубики, ну давайте, идите сюда. Спасибо вам, кубики! Было весело! Было весело! Вот, Лера, это волшебный цветок из пещеры страха. Я добыл его для тебя. Волшебный цветок! О, прекрасная Валерия, какой еще подвиг для тебя совершить? Мне надо собрать яблоки. Яблоки? Да с этим вы и сами справитесь. А я лучше буду тренировать рыцарскую ловкость. Ой, ай! Помогите! Спасите! Снимите меня отсюда! Ты что там делаешь? Так, смелость тренировал. Снимите меня, пожалуйста. А у меня осталось последнее задание. Покрасить забор. А потом можно будет играть в рыцарей. Ты, Стасик, пока подожди. Ведь заборы красить тоже, наверное, не рыцарское дело. Лера, кубики, подождите, простите меня, я все понял. Это вы настоящие рыцари, а я... А знаете что? Дайте мне самую большую кисточку. Фу, ну и денек сегодня. Устал я что-то от этих рыцарей. Забор, забор, забор.
Забор! 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 Ой, опять они! Срочно надо спрятаться! Забор! Забор! Покрасим мы забор! Забор! А вот и забор! Ну что, рыцари, справимся? Да! Чур, моя кисточка самая маленькая. Должен настоящий рыцарь людям помогать, каждый день не уставая подвиг совершать. Только нет уже драконов и турниров, нет, 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 нет. Но не надо огорчаться, знаем мы секрет. Мы мыть посуду, прибираться, вещи постирать, разложить свои игрушки, маме помогать, другу в трудную минуту руку протянуть. Даже маленькое дело — благородный путь, благородный путь. Отважные кубики, за вашу помощь и благородство я посвящаю вас в рыцари! Ура! Ура! Мы теперь настоящие рыцари! Рыцари! А рыцари качали прекрасных дам на качелях? Ну, конечно, прекрасная принцесса! Пудли! Не люблю зеленый цвет. Все, хватит с меня на сегодня подвигов. Ну ладно бы красный или желтый, а то зеленый. Ну что за планета такая? Куба велосипед. Классно! Эй, кубики, ну что вы еле едете, прямо как космические? Давайте догоняйтесь. Кубики, срочно требуется куба ускорения! Би-би-би-би-би, проходите, где мы? Би-би-би-би-би-би-би-би-би. А вот и мои дорогие кубики. Эй, думаете, самые быстрые? Все равно я вас поймаю. Итак, для приготовления печенья мне понадобится мука, молоко, яйца. Ну что ж, приступим. Ах да, чуть не забыла. Технику безопасности никто не отменял. Ух ты! Отличный цвет! Гоночный! Вот это здорово! Выглядит как-то ненадежно. Стасик, а можно я прокачусь на нем? Пожалуйста! Нет, на гоночном велике могут ездить только гонщики. Только гонщики? Страшнислав, а гонщики это кто? Гонщики... это... велогонки – это гонки на велосипедах. На стадионе марши поехали. Велогонщики – это, ну, которые ведут гонку. Некоторые катаются, а некоторые ведут гонку. Велосипедисты группами едут. В гонке должно вообще много участвовать. Ну, где-то 43 или больше. Вообще больше должно быть. Или меньше. Падения, наверное, случаются. Редко, но случаются. До финиша все доезжают. Получают призы только первый и третий. Второй тоже. Гонщики – это спортсмены такие. Они делают разные трюки и выигрывают гонки. Как я. Ух ты! Стасик! Ну, раз ты гонщик, может, ты нам какие-нибудь трюки покажешь? Да-да-да! Да легко. Только для трюков нужна гоночная трасса. Нет трассы, нет трюков.
Стасику. Помоги нам, монстр Лера! Мы страшно хотим увидеть трюки Страшнеслава! Да, помоги, монстр Лера! Ну ладно, будет Стасику гоночная трасса! Ура! Гоночная трасса! Только маленькая, не страшная! Из чего же? Сделаны мои ловушечки. Из железок, из всяких там палок. Ой, враги прямо по курсу. Монстр Лера, спасибо, монстр Лера. Добрый монстр Лера. Вот кубики, берем, что надо для трассы. Ага, хорошо. Монстр Лера, а что для трассы надо? Ну, выберите, что понравится. Разберемся по ходу дела. Сойдет. Ура! Трюки! Ура! Мы готовы смотреть трюки! Нет! Я хотел сказать, костюма у меня нет. Гоночного. Монстр Лера, помоги, а! Хорошо, будет тебе, Стасик, гоночный костюм. Да, где же взять этот гоночный костюм? Так, что там дальше? Добавить огня. Добавим. Это бабушка печенье печет. Что ж, как говорил Томас Эдисон, я нашла способ, который не работает. Но кандидаты наук так просто не сдаются. А вот и гоночный костюм. Ничего так. Фу, еще бы, мы старались. Ура! Супергонщик, Страшнеслав! Кто покажет трюки? Страшнеслав! И так быстро! А приз? Какие это гонки без приза? Монстр Лера! Сделаем тебе приз! Так, успел! Я всегда говорил, что мое второе имя — это скорость или хитрость. А может, красота, а? Эй, неважно, я же треугольник. Так, что у нас тут? Палка, хваталка, держалка, ломалка. О, идут! Страшнеслав, приз есть! Красивый, все есть! Только Страшнеслава нет. Как нету? Почему нету? А как же трюки? Вот ты где, гонщик Страшнеслав! Лера, я не гонщик. Мне велик вообще только сегодня подарили. Я даже кататься-то толком не умею. Стасик, не надо стесняться того, что ты чего-то не умеешь. Ну мне так стыдно. Кубики ждут трюки. Вставай, я тебя научу одному трюку. Ну где же этот Страшнеслав? Внимание, внимание, а вот и гонщик Станислав. Сейчас вы увидите супер трюк. Та-дам! Ура! 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 Гонщик успел!
монстр Лера, а зачем мы построили эту трассу? Как зачем? Для того, чтобы кататься! За мной! Спасибо, Лера, что научила меня не бояться. Спасибо за гонки, монстр Лера. И за классный трюк, Страшнислав. Да, было не страшно. Увидимся завтра, кубики. До завтра, монстр Лера. До завтра, Страшнислав. До завтра. До завтра. Валерия, Станислав, вот мой испытательный образец печенья. А чего оно такое черное? Ешь давай. Бабушка, я уверена, что оно очень вкусное. Как вкусно! Дети, последний раз я испытывала такие положительные эмоции, когда Гагарин покорил космос. Я вам торт испеку прямо сейчас. Ну, хоть на что-то эта ерунда криворукая пригодилась. Обожаю печенье. Не понял. Фу, гадость какая-то. Ой, как они это едят. Это точно ненормальная планета. Вот повезло так повезло, а? День рождения. Бантики, бусики, бантики, бусики. Вот Маша. Теперь ты красивая-красивая. Валим! Такое? Ого! Да это приглашение от Стасика на его день рождения. А у нас на Кубопланете тоже есть день рождения. День рождения Страшнислава? Он станет старше. И страшнее. Ну что, Маша, не зря мы с тобой наряжались. Кубики, надо найти Стасику подарок. Так, проверим входящие. Что это? Авиамодели я не заказывала. О, Станислав сообщает о своем дне рождения. Так, добавим цвета. Ха! А вот и Страшнислав! Привет, Страшнислав! Мы пришли тебя поздравлять. Стасик, привет! С днем рождения! Добрый день, уважаемые гости. То есть, пассажиры. С вами старший пилот Станислав. Спасибо, что выбрали мой самолет. Какой-то он хлипкий. Стасик, да ты у нас пилот! Как здорово! А что это вообще такое, пилот? Ну, это... Пилоты — это такие люди, которые водят самолеты или вертолеты. Нет, они их не водят за собой на веревочке. Они сидят в кабине и рулят. У него фуражка белая. Ленточки такие синие еще на ветру. Ты захотел пилотом быть? Учишься на пилота. Годик, проучишься и все. На кнопочку нажал, крылья расправились и полетели. Один пилот порулил, поменялись. Другой пилот сел, порулил. А в то время другой кушает. И они так меняются, и один покушал, другой покушал. Один покушал, другой покушал. Пилот? Это водитель самолета. Он летает на нем по небу. Летает? Здорово! Я бы на таком летать не стал. Все, рассаживайтесь по местам. В мой день рождения будем играть в мою игру. Ну ладно, только чур я стюардесса.
Большой праздник, идеальное прикрытие для клуба похищения. Так, нужен план мгновение. Дурацкие цветы. Значит, здесь у нас выход, а вы сидите на сиденьях. Пристегните ремни. Но тут нет ремней, монстр Лера. Дамы и кубики, наш самолет готовится к взлету. Но сначала вы должны поздравить именинника. С днем рождения! А картинки где? А, ладно, следующий подарок. Страшнислав, в твой день рождения мы посвятим тебя кубики! Да! Да! Вот здорово! А как это? Сейчас увидишь. Это весело. Начать обряд перекубации. День рождения только раз в году. Я его так жду, потому что день рождения сладкий, как варенье. Буду я расти, расти, кашу есть для скорости, и тогда пилотом стану без сомнений в скорости. Буду я расти, расти, кашу есть для скорости, и тогда пилотом стану без сомнений в скорости. Праздник начинается. Кубирование! Здорово! Ух ты, кубики! Какой Стасик яркий и квадратный! Страшнислав теперь Куба Страшнислав! У него есть свой цвет! Идеально! Квадратные линии! Здорово, да? Ничего это не здорово! Это мой день рождения! Я хотел стать пилотом, а стал фиолетовым! Это мой худший день рождения! Стасик, подожди! Страшниславу не понравилось Куба поздравление? Эх, надо было покрасить в салатовый, он успокаивает. Нет, наверное, надо было поздравлять Стасика, как это у нас принято. И как у вас принято, монстр Лера? Ну, мы дарим подарки. А еще дергаем именинника за уши. Ну, это мы запросто. Это мы мигом. Потянем тихонечко. Не сильно совсем. Нет, не трогайте мои уши. Наверное, лучше не надо. Значит, ничего не исправить. И весь день рождения Куба испорчен. Ну и ладно. Давайте лучше поиграем в прятки. Нет. Так нельзя. Мы должны сделать Стасику самый настоящий сюрприз. Кубики, за мной! Потому что... К сожалению, раз в году день рождения. А вот и идеальное прикрытие. Далее добавьте клубнику, вишню. Ведь так уже 100 лет делают. А как известно, без фантазии и труда не будет нового никогда. Посмотрим. Пираты, начать проникновение! Прилетит вдруг Гагарин и подарит копье. Выпечка готова. Все по ГОСТу и даже лучше. Но продолжим. Торт на 7 лет заслуживает 7 ярусов. Пилот Стасик, вернитесь на свой день рождения. Вас ожидает подарок. Ага, знаю я ваши подарки. Старший пилот Станислав, пройдите на взлетную полосу. Ладно, иду. Что у вас там? Что? Опять что-то квадратное? Страшнислав, мы все исправили и приготовили тебе земной подарок. А, скучный. Ну, давайте посмотрим. Вот это да!
Самолет! Где вы такой нашли? Не нашли, а сами сделали. У бабушки знаешь, сколько чертежей? А теперь кубики на старт! Сегодня взлет! Ха-ха! Вперед! Вверх! Пролетаем! Ух ты! Я лечу! Я настоящий пилот! Валерия, я привезла Станиславу праздничный торт. Как увидишь именинника, передай, что я его сердечно поздравляю. Хорошо, бабушка! Нет, Маша, это не торт. Это тортище какое-то. Выше, Страснислав! Еще выше, Страснислав! Ха-ха, полетели! Они здесь. Самое время для внезапного выпрыгивания из... Торта! Что такое? Еще один ярус? Мне казалось, торт был меньше. Ну ничего, нет такого торта, из которого не смог бы выбраться пирату! Это что, помидор? Нет, это не торт, это пицца какая-то. Мне нравится. Кубики! Давайте еще Леру с Машей покатаем. Да, да, Машу, Машу покатаем Машу. Добро пожаловать на борт. Спасибо, главный пилот Станислав. Праздник начинается, именинник я. Пусть сегодня сбудется. Спасибо, друзья! Это мой лучший день рождения! Да что за планета такая? Либо не поймал никого, либо объелся. Я больше никогда не буду есть! Блогер Страшнислав. Всем привет! Меня зовут Станислав, и сегодня я начинаю вести свой видеоблог. Вот смотрите, это моя комната. А это мой друг цыпленок Рекс. Хотя вообще-то он динозавр. Он боится камеру и поэтому не хочет отвлекаться. А это супергерой Капитан Звездный. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну вот, Рекс, сейчас мы загрузим это видео в интернет, и скоро о нас узнает весь мир. О, космос, ты моя, так посмотри, вселенная. Так, посмотрим, что тут у нас новенького. Всем привет! Меня зовут Станислав. О, и сегодня я, да, начинаю вести наш свой видеоблог. Это моя комната. На этом все. Ставьте лайки, хороший подписывайтесь мальчик на мой канал. Ух ты! Рекс, смотри! Кто-то поставил лайк нашему видео! У меня появились зрители! Ура! Привет, Стасик! Привет, кубики! Привет, Лера! Привет, Станислав! Мы с Рексом сняли видео, и у нас уже целых 2 лайка. Ничего себе! 2 лайка! Думаю, 1 лайк ты сам себе поставил. Это не важно. Главное, я стал настоящим видеоблогером. Ух ты! Здорово! А что такое видеоблогер? Видеоблогер – это тот, кто снимает свою жизнь и выкладывает все в интернет. Слушай, Стасик, вообще-то мы хотели позвать тебя играть в большие гонки. Да, в нашей команде не хватает 1 игрока. Почему это сразу в вашей? А может, в нашей? Синий, снимать буду я. Ладно, пойдемте. Большие гонки наберут много лайков.
Так. Интересно, а что это за лайки, а? Наверное, что-то очень ценное. Я тоже хочу много лайков. Так, для начала нужно заполучить эту штуковину на палке. Вот она, моя палочка. Лайковая навалочка. Иди ко мне. Какая досада. Последняя модель телефона. Слушай камерой. Была камера ваша, стала наша. Иди ко мне, моя хорошая. Ну что это такое? Я так не играю. Входит. Лучше снять с другой стороны. Ну все, хватит! Отлично. Падения всегда набирают много просмотров. Стасик, прекрати снимать! Мы хотели просто поиграть! Ты всем мешаешь своими съемками! Своими съемками? Ах так? Тогда играйте без меня! Стрешнислав, ты куда? Мои подписчики ждут новое видео! Это виноградная улитка. Она относится к виду моллюсков. Средняя продолжительность жизни улитки... Эй, Рекс, а где улитка? Средняя продолжительность жизни улитки... Средняя продолжительность жизни улитки 8 лет. Иногда улитка может дожить и до 20 лет. Эй, Рекс, а где улитка? Если не будет съедена хищником. Дорогие подписчики, а сейчас я вам покажу, как я апгрейдил свой велосипед. Смотрите, я обмотал спицы разноцветной проволокой. И когда колесо крутится, выглядит очень здорово. А на руле велосипеда мой талисман, капитан Звездный. Я закрепил его при помощи специального клея. Ух ты, похоже, снова лайк. Смотри, Рекс, кому-то понравилось мое видео про улитку. Ух ты! Я должен снять что-то грандиозное, чтобы поразить всех. О, давай снимем, как будто ты научился летать. Ладно, ладно, не самая лучшая идея. А что, если я установлю мировой рекорд? По приседаниям. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько там нужно присесть? 111 000 раз? Ну нет, это слишком долго. Что бы такое снять? Придумал! Всем привет! Я нахожусь на высоте 6000 миллиметров над поверхностью Земли.
Только не смотреть вниз. Только не смотреть вниз. Здесь мы можем наблюдать, как... Ой! Ой! Давай... Давай еще немножечко. Да. Давай еще немножечко. Да. Да. Ой! Мамочки! Подписчики, пожалуйста, кто-нибудь снимите меня отсюда! Рекс, помоги мне! Позови кого-нибудь на помощь! Би-би-би-би-би, разойдись, плетемся мы! Кубики, Лера, помогите! Ой, смотрите, Стасик на крыше! Кубики! Снимите меня отсюда, пожалуйста! Как ты туда залез? Это же так опасно! Я просто хотел снять видео для своих подписчиков. И вот. Лера, кубики, а можно мне с вами? Ура! Мы снова будем играть в большие гонки! А как же твои подписчики и твой видеоблог? Да ну их! Вы мои настоящие друзья! Вот она, палочка, лайка, выдавалочка. Тогда на старт, внимание, марш! Лайки, смайлики и лайки, зайки, котики и дети, чмоки, ники, аватарки, интернета манят сети. Треугольнички, я веду свой блог самой круглой и самой дурацкой планеты во Вселенной. Но есть тут кое-что мега-ультра-треугольное. И я вам сейчас это покажу. Короче, ставьте колокольчики, подписывайтесь на лайки, жмите на мой канал, ссылочка в описании. Чмоки-чмоки, ваш пиратов!